Всем всех приветствую на моем канале. Я сам себе режиссер. Меня зовут Ольга. Кто не знает, у меня такое вступление. Блины напекла. Время 11:30. Но 11:30 я только позавтракала. Я в 10 встала. Включила аудиокнигу. Думаю, дай-ка я блинчиков. Как раз у меня там немножечко кефирчика, там немножечко молочка осталось. Надо же переработать. Ну и блинчики свеженькие. Лучше всяких тортиков, лучше всяких бубликов, блинчики. Напекла. Ну куда мне столько? Хоть я немножко завела, но все равно, ну съела я 3 штучки и все. Пока свежие, наверное, надо к Катюше спуститься. У нее там внучка. Но она сейчас сама там напекла чего-нибудь. Но все-таки у нее семья, муж. На работу надо его собирать. Может быть, им как-то оно быстрее уйдет. Немножко я спекла всего. Вот. Не знаю, не считала. Ну, штук 20, наверное. Хотела немножечко. Столовую ложку не заведешь. Или там 2 половничка. Ну, вот, что было, с чего было. Доедаю я гранат, вчера вам показывала. Хорошие, вкусные. Половинку съела, еще один остался. Пойти еще надо купить, наверное. Ну, вот такое у меня утро. Солнышко вроде бы за окном. Вчера я хорошо немножечко мяса купила, чуть-чуть себе супчику сварила со свежим мяском. Ну, как-то день прошел. Но вчера пасмурно было, сегодня вот солнце. Покажу вам моих друзей. Мимо иду. Похвали меня, дружок. Повтори за мной стишок. Дракошечка. Не зайчик, не кошечка. Но тоже очень славный. Веселый и забавный. Вот я какой. Это мне подарили давно, 10 лет назад. Вот подружка, вот их две. Наступает же день дракончика. А, не 10 лет, 12 лет назад как раз. Вот он сидит у меня с подружкой. Хризантемы цветут. Уж давно расцвели хризантемы в саду. Азалия цветет. Но сейчас она плохо цветет. Раньше она вообще листьев не видно было, как цвела. Но все-таки ей тоже уже лет 12. На подоконнике уже все. Не цветущие. Ничего, пересадила нормально. Листики упругие. Все нормально. Фиалки перенесла на стол. Застелила бумагой. Потому что им тут долго стоять. Фиалочка еще цветет. А вот и за окном. На лоджию шла, заодно цветочки сняла. Вот такие вот горы насыпали нам. О, фазаны летают. Фазанчики бегают прям. Вон, 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 фазан бегает. Не знаю, видно, нет ли. Мне Катя говорила, фазаны здесь бегают. Вышла, не оделась. Вот какие-то трубы здесь насыпали горы земли. Что-то будет везти куда-то трубы. Да, опять снег показываем. Ой, надо уходить. Я раздетая зашла. Ой, не оделась. Скорее выскочила. Пошла опять на кухню. Сейчас пойду на ракате спущусь, позвоню ей. Думали она еще или нет. Думаю, с внучкой куда ушли. Пока тепленькие. Я одна не съем столько. Засохнут. Запыхалась, сбегала на первый этаж, отнесла все, тарелочка пустая, пусть у нее внучка, они там безе делали, меня старались угостить безе, я говорю, да я сама не делаю, потому что я не хочу сладкое, это все, толстеть, все это вот лишний сахар, ой, говорю, ты мне извини, пожалуйста, пусть лучше ребенок ест, ну потому что мы с ней хорошо знакомы, и поэтому
Ну что, я ради приличия возьму и будет у меня валяться, а потом я ведро выкину, потому что, ну, тут конфеты стараюсь по одной, чтобы... Ну, зачем много сладкого старому человеку? А ребенку нормально. Она молодец, сделала безешки. Внучка тоже, видать, любит вот это вот украшать. Она любит пироги, вырезает украшения на пироги. Молодец. Вся в меня. Все, сбегала, задохнулась. Быстренько, быстренько. Говорю, открой мне двери, я быстренько с тобой. Ну, 2 минуты постояла, да бегом назад. Потому что надо дела делать. 12-й час. Ну, слава богу, есть хоть кого угостить. Хочется блинов, но столько ж не съешь, и один половник не сделаешь теста. Все, капельками считать кефир. Ну, я зато освободила, а то у меня были в одном, в другом. Понемножку было. Я сюда чуть-чуть было, по полстакана. Думаю, надо же все поубирать, чтобы холодильник у меня не был забит пустыми бутылками. Ну, вроде бы все.